И всем привет, дорогие друзья, с вами Кошак. Сегодня продолжаем играть в игру The Amazing Spider-Man. В прошлой серии завершили две дополнительные миссии, сегодня отправляемся на остальные. Первым делом зачистим нашу ближайшую лабораторию. Я сегодня намереваюсь закончить все эти дополнительные миссии. То есть вот эти вот спасения, вот эти вот всякие гонки, это мы завершать не будем, завершим только то, что подсвечено этим зеленым цветом, а именно лабораторий, и пофотографируем для Уитни Ченг места, которые она просила для своих репортажей. Секретная лаборатория Оскорб. Уитни Ченг выяснила координаты секретной лаборатории Оскорб, но Человеку-пауку нужно действовать осторожно, ведь комплекс находится под усиленной охраной. Что тут у нас? Пушки, яркий свет и чувство, что я могу умереть в любой момент. Ха-ха, в остальном это даже весело. Ладно, их тут немного, как бы. Не, они не увидят, по идее. Если я буду тут взламывать. Контакт. Мне лучше держаться в тени. Так, что дальше? О! Будет больно. Нет, заметь, случае стекло. Я потерял. Цели в виду. Отлично, ой. Сами не напросились. Хотел, чувак. Стоять. Вот сюда, да. Оп. Ловко он исчез. Конечно. Никогда не знаешь, откуда он выпрыгнет. И вне игры. Ой-ой. Попробуй повторить. Мы еще не закончили, парень. Вот хитрюга. Падать будет больно. Ну да, ты-то знаешь, как это делать. Впечатляюще! Что, минус двое? Теперь надо здесь еще. Эй, вернись сюда! Ой! Впечатляюще! И чтоб не с места! Шо? Ладно, все, пойду пока взламывать, пока нет. Эй, вернись сюда! Так, что дальше? Побегай! Надеюсь, здесь меня ждут хорошие новости. Тихо, уходи, уходи, уходи. Я должен найти следующий. Так, крепкий орешек. Ну, прячься дальше. Ну, давай, давай, давай. Ну? Хорошо. Контакт. Остынь немного. Отлично. Теперь. Я сюда потерял... вот так. Нет, здесь уже сделали. Вот сюда не надо. Кто-нибудь еще видит цель? Пока. Здесь. Кроп уже заказал. Как ты меня заметил, ты же стоял спиной к ним. Ловко он исчез. Это потруднее, чем одной рукой гладить, а другой бить. Где он теперь? Ну же, паук, скорее! Да ладно, паук, он тебя не видит все равно. Потолки тут свои смотрит. Еще один! Привет! Здорово, чувак, ты что? Оп! Ну что ты, давай, кружимся. А, соединить тебя отпухать, да? Оп! Тебе! Ну. К стене! Пип-пап! Чё ты знаешь? Шо? Вот тебе! Бум! Вперед, вперед! Отлично. Может, им там сфотографировать? Да, доказательство химических экспериментов. Они как раз здесь. Я не упускаю хорошие кадры. Так это же объект для съемки, вот. Химическое. Так что нет. Внимание консоли. Да я все знаю, подождите только, мне надо сфотографировать. Или здесь. Просто не понимаю, тут в обеих комнатах все тоже, но не появляется ничего.
А вот и оно. Ладно, ладно. Все отлично. Взламываем последнюю. Поехали. Все, паук, давай быстрее. Соберись. Время уходит. И все сделали. Да! Нашел! Почувствую, что паук пялится назад. О, я сэкономлю на прачечной. Солдат. Кислоту трудно вывести. Мы завершили одну из лабораторий. Рядом, если я помню, было место для фотографии. Мы на него сходим, сразу же переместимся на следующую лабораторию. Да, новые комментарии появились. Ну, компьютер охладить мозги. А то... Так, эти все виски. Прекрасно. Классно, теперь идем сюда. Но перед этим посмотрю, нет ли дополнительных миссий оставшихся. Нет, только лаборатория. Вот так. Идем фотографировать. Так, вот оно. О. Задержите выпуск. Я еще не все снял. Вот это портфолио. Жить ему все эти. Так, интернет так плохо, что не все устоять. Супер. Так, конечно, меры безопасности усилия. Усилим меры безопасности. Так. Что же это? А, вот. Для уродца неплохо. Вот так. Да, я и так могу. Сам себе удивляюсь. Все, отлично. Сняли, идем дальше. Дальше на другой конец города. 10-22, идет нападение, отбой. Я знаю, что они задумали, а они не знают, что их ждет. Гонки и стрельба, отбой. Так не пойдешь. Да, есть очень много тут занятий для паука есть, но все они однообразные, очень сильные. Оп, так уже почти на месте. Сюда. Оп. Я забываю, что нанялся работать бесплатным фотографом. Так. Отличная разминка. Оп. Стоп. Что это? Это снайперы? Что они тут делают вообще? Ладно. Они меня не трогают. Я их не трогаю. Мальчи вылезли из костюмов без защиты. Так. Смотрим. Я почему-то не вижу еще. Людей, которые вылезли, прочие эти. Вылезь. А, вот. Искусство! Что это? Горожане вознесли их на пьедестал. Все будет хорошо, мы живы! Нет. Ладно, ладно. Неплохо. Последняя вечеринка рядом с полицейской машиной. Эй, спасибо! А, вот она. Так, так, так. Да, Человек-паук. Несомненный талант. Супер. Это был интересный опыт. Не то слово. Идем дальше. Лабораторию. Нас далеко совсем. Буквально километрик полететь. Уже даже полкилометра. И будем уже на месте. О.
Хорошо. Так, все. Возможно, у нас 10-22. Избиение. Отбой. Пора испортить им вечеринку. Все, отлично, заходим. Да, то же самое описание тут. Новых комментариев уже не будет. Сюжетная линия просто завершилась. Они появлялись только с миссиями. Здесь все вооружены до зубов. Надо смотреть в оба. Два в середине. Их только два и нужно, да? Если не ошибаюсь. Ух ты! Здесь столько стволов, что мне лучше держаться в тени. Так, ладно. Вот сразу уходишь. Что ты тут стоишь вообще? Вы двое тоже на прицеле уже. Вы кто? Кандидаты в фан-клуб Спайдермена? Опа. Вот идет паук, он бьет всех 8 рук. Так, тихо. Быстренько нужно нить тренировать. Побегай, побегай. Да побегай, не волнуйся. Сдается мне, вы, ребята, не готовы к конструктивному диалогу. Мы еще не закончили, парень. Нашли эти темные углы. Отлично. Спать пора, ублюдок. Впечатляюще. Еще одного. Отличная разминка. Вот и все. Эй, вернись сюда! Так. Вас еще двоих подвесим. Да, крепкий орех. Ну, двойной сироп, двойной кайф. Впечатляюще. Новый уровень, посмотрим, что есть. Прокачаем время рывка на максимум. Посмотрим. Типа смотрит. Кто-нибудь еще? Бум, бум. Тебе конец. Бум, эй, вы там. Оп, оп. А, смотри. Это некрасиво. На. 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 Оп. Опа. Сурки просто забил. Надо еще сфотографировать это вот все. Задержите выпуск. Я еще не все снял. Отлично. Поехали. Вот, мы сфотографировали, теперь можно заняться вот этим вот. Так, что дальше? Надеюсь, здесь меня ждут хорошие новости. А нет, не исключенные, тут тоже лаборатория. Еще один! У меня, подождите, господин пошел вниз, там не так что-то должно быть. И... Нет. Я надеюсь, поехали. Какие-нибудь комиксы или что-то наподобное. Ну же, паук, скорее! Да все, ты уже завершил. Да! Нашел! У-у! Везде коконы просто. Все, отлично, улучшение. Защита от пуль! Круто! Меньше штопки сегодня вечером. Да, вы. Паук в лабораториях только, не знаю, просто их зачищает и для себя что-то там подмечает и делает для себя новое снаряжение, чтобы ему было легче. Хотя этим надо было заниматься по ходу игры, как это открывалось, только чтобы намного облегчить себе прохождение, но я прохожу их вместо... Вместо по ходу сюжета просто в конце прохожу, когда мне уже это без надобности в основном. Вот стойкость. Стойкость в кислоте есть. Качнем сразу на максимум. Я могу это себе позволить. Также есть к пулям. На 30% меньше. На 60% меньше. Хорошо. Теперь. Куда же дальше? Идем в Централ Парк.
тут километры от нас. Поэтому далеко лететь не надо. И мы к фонтану прилетаем. Оп. Задержите выпуск. Я еще не все снял. Так, посмотрим. Насколько плохо зараженный. Ладно. Режем правду, все. Так, фонтан. Не нравится или что? Вспомнил. Мне нужно сделать фотографии. О. Вот. Хорошо. Отлично. О, я гений. Завершите пробеск надежд. Надежда. Какой пробеск надежды? Посмотрим, нагрузила ли меня Уитни Ченг новыми фотозаданиями. А, сзади, вот он. Пробеск надежды, это наши вручишки. Отлично. Мило. Обнимаются чего-то. Ну, почти художественно. Чуваки, хватит обниматься, серьезно. Это уже не смешно. Ладно. Так, терапию. Да! Так, и надо еще посмотреть, есть ли еще. Нет. Фотографию сделаю, в лаборатории пройду, и как бы все будет уже. Можно будет, так сказать, выдохнуть. Оп. Не забыть сделать фото. Оп. Иначе Уитни меня и запускает. Отлично. Есть что-то такое слово и запускать? Да. Угу. Что есть? Посмотрим. Люди болеют за паука. Эй, болельщики, где? Где мои фанаты? А, вот они. Все опять хорошо. Ты нас спас. Отлично. Сам себе удивляюсь. Так, и последнее. Рекламный щит с этим портретом. Слава Богу. Это не рекламный щит, я бы сказал, а просто кто-то удосужился нарисовать знак паука. Здесь. Эй, да, зарисовав при этом. Последний номер, только из печати. Аскорб. Бедный Аскорб. Паук прямой конкурент. Поехали! Я гений. Посмотрим. А нет. Значит так. Идем сейчас на фотографии быстро. Уделение новое появилось. Еще 2 километра это полет. Жалко, что здесь нет. Так как в новом Человеке-пауке для PS4 таких быстрых перемещений. Там, например, ну я не говорю то, что они должны быть там по всей же карте, но, конечно, не такая большая, чтобы на всю мир уже делать. Этих собак, но в их клетки. Я бы до дома, типа. Типа дом Питера Паркера вот здесь вот стоит прямо посреди Манхэттена. Ну, посередине ровно. Почти что. И можно было бы поставить как преследование, отбой. Так, от меня не уйдут. 10-22, идет так попадение, можно отбой. Было сразу добраться, куда это хочешь. Это наверняка. По-быстрому они летали бесконечно на паутине. Нападение во дворе, отбой. Я знаю, что они задумали, а они не знают, что их ждет. Мы уже и прилетели. У нас 504, психически больной на свободе, отбой. Похоже, мне придется все исправлять. Если я не ошибаюсь, Уитни просила сделать фото. Тихо. Ой! Так. Опа, Daily Bugle. Communications. Так.
коготки. Фоточь. Отправлю это Уитни. Цветы когтюшек на двери. Что-то ткань. Отлично. Ха, фантастика! Отпечатки ног. Ног так ног. Смотрим. А вот он. Что-то мешает. Да, паук, ты, наверное, мешаешь. Так. О, отлично. Ладно, ладно. Мило. Хорошо. Рядом опять появились. Окей. Летим. Так. Пусть для нас. И все. Летели. Оп. Я забываю. 10:30, уличный грабеж, отбой. Мелких преступлений не бывает. Оп. Поехали. Так, палатку. Это еще что? Ладно, давай мне. Живой песочек. Возвращаем контроль над ситуацией. Если будет хорошо. Нужна помощь, скажи. Смотрим. Может. Да. Искусство. Вот так. И посмотрим, что еще полицейские, отправляющие людей. Да. Оп. Да, я и так могу. Классика. Идем на Пулитцер. Что дальше? Идеально. Фото еще появилось в другом конце города. Ну, мы-то Человек-паук, мы-то на паутинке летаем. Нам на машинах через весь город ехать же не надо. Так что это и хорошо. Можно быстренько добираться, куда хочешь. Возможно, у нас 10:22, избиение, отбой. Вы... Пора испортить им вечеринку. Оп. Я не упускаю хорошие кадры. Дело однозначно шло к катастрофе. Разбитый гидрант. Пожалуй, нужно скадрировать иначе. Теперь 480. Идет ограбление. Отбой. Что за... Отлично. О, да! Так, призрак, значит, люк. Ха, несомненный талант. Еще отпечатки руки. Он огромный. Нельзя не заметить. Если честно, я не замечаю. А, вот. Сливается очень сильно с кожей. Сам признаю, ну просто шедевр. Ладно. Отлично. О, боже. Идем дальше. Спасибо, супер. Оказывается, фотография намного больше, чем я думал. 10:22 идет нападение. Из-за этого я разделять не буду. Это наверняка. На еще одну серию. Потому что и я уже хочу закончить эту игру. Я думаю, вы тоже. Уитни нужны иллюстрации для статей. Так. Супер. Коробочку для ланча. Вонючую слизь. Готово! И поломанное дерево. А, это гнездо. В музей фотографий. Все отлично. Ха, достойно галереи. Достаточно много намеков на оригинальных злодеев Человека-паука. Только они тут, типа, гибридизированы очень сильно. Ну, то есть, вот это вот намек, например, на стервятника. Раньше был намек на гидромена и еще на песочного человека. Идет ограбление. Вот тот песочек, который утащил девочку, это был намек на Флинта Марка, то есть известный как песочный человек. Вот это был намек на стервятника, там на гидромена.
конечно, в будущем, во второй части. Amazing Spider-Man, его, конечно, не будет, ни одного из них. Ну, как бы есть. Если бы вышла третья часть, как бы, и фильма, то возможно, возможно. Ну, и игры. Там бы, возможно, появились эти... Хоть один из этих людей. А так, пока... Нет. Здорово! Так, осталось еще один километр буквально. Оп. Так. Сейчас быстренько его пролетаем. Делаем свою фотографию. Вот 300 метров осталось. Оп. Посмотрим, нагрузила ли меня Уитни Ченг новыми фотозаданиями. Так, оп. Что надо? Не знаю, чем занимался. Пойти скамейки, никуда не торопился. Скамейка. Ага, вот. Вот это портфолио! Телефонные будки. Вижу, что есть суперсила. Ладно, давай мне. Он оставил какую-то подпись. 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 А где он мог ее оставить? Эй, мирные граждане, подскажете ли подпись тут? Я просто внештатный фотограф. Такой бедненький. Ничего не получаю. Только спасибо. Нет? Ну что ж. Ищем сами. Черт. Подпись какую-нибудь здесь? Где он оставил ее вообще? Самое сложное, что вообще можно было сделать. Я вообще не понимаю, где он мог оставить? Вот тут нет. А, слава богу, а то у меня в субботу свидание. Класс, мужик, класс. Да. У тебя свидания у меня нет. Вообще никаких свиданий. Да. Четыре. Я нашел. Нашел эту подпись. Наконец-то. Конкурентоспособна. Они куда-то ее запрятали. Обычно все в одном месте. Рядом с другом. Не возьму. А тут прям надо идти куда-то еще. Ладно. Посмотрим, фотографии еще есть. Черт. Есть. Летим на фотографию. Вот она, рука помощи. Потрясающе. Ладно. Так, стоп. Сперва лаборатория. Мне же надоело, потом опять заведут куда-то снизу, да. Оп. Оп. И там наша любимая лаборатория Скорб. Привет. Ладно, паук, ты на крыше. Тебя тут никто особо не увидит. Так, завершаем лабораторию. Наконец, вроде как, последнюю. Что-то в этом есть знакомое. Что же? Ах, да! У всех есть пушки, и все хотят меня пристрелить. Так, ясно, я понял вас. Ух ты, здесь столько стволов, что мне лучше держаться в тени. Эй, вернись сюда! Опа! Вернулся. Никогда не знаешь, откуда вне игры.
то верно. Откуда он выпрямил? Вот непонятно. Непонятно. Откуда прыгнет паучишка маленький? Я потерял цель из виду. Верно, верно, потерял. Смотри, а теперь мы тебя потеряем из виду. Оп. Вот и вся. Мы еще не закончили, парень. Ты тоже хочешь? Давай. Нет, не зубной против. Фей придется потрудиться. Всегда рад. Что, у вас осталось трое? Ловко он исчез. Нет. Оп. Никогда не знаешь, откуда он выпрыгнет. Хорошо. И поджидаем тебя еще. Впечатляюще. К себе в лапки свои паутинные. Оп. Побудь в одиночестве. Ага, увидел, ладно. Мы еще не за... Да, пустили, да, парень. Еще не закончили. Смотри, я уже закончил. Так, и ты последний остался. Давай уже. Эй, вернись сюда! О, опять драться. Ладно. Оп. Оп. Так, что дальше? Никогда не знаешь, откуда он выпрыгнет. Ой-ой. Контакт. Падать будет больно. Не сомневаюсь. Оп. Давай. Бум. Все. Несомненный талант. Эксперименты с лазерами. Вбух. Я не упускаю хороший. Так, что дальше? Так, 4 тут, да. Соберись. Время уходит. Да-да-да, паук, давай быстрее. Так, один есть. Поехали. Давай, паук, скорее. Надеюсь, здесь меня ждут хорошие новости. Да, конечно, ждут. Давай, быстрее взламывай, и мы уходим отсюда. Я должен найти следующий. Еще фотографии для Витниченко тебе делать надо. А, будет весело. Угу. Ну же, паук, скорее! Да-да-да, давай быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Еще один. Оп. Так, что дальше? И половина есть. Полная есть. Нашел! Ну давай! Все? Отлично. Учусь жонглировать гранатами. Гранатами? Гранат вроде у нас тут и не бросали. Что я не знаю, наверное, это защита от... Чего, от взрывов или что? Я не понимаю просто. Типа гранат нету, но вроде бы взрывы какие-то были. Ладно, сейчас посмотрим и улучшим сразу же. Тестим человек. Паук открыт. Это очень хорошо. И... А, это лазеры. Не понимаю, почему... Причем здесь гранаты, как бы ты же от лазера защищаться будешь. Все. На 30% урона меньше. Теперь просто человек-паук неуязвим просто. Просто неуязвимый. Спайдермен. Нападение во дворе. Отбой. Мелких преступлений не бывает. Оп. Отлично, сейчас 10-22 идет нападение, отбой. Я знаю, что они задумали, а они не знают, так, что их ждет. В минус. Если еще получится, то мы разберем костюмы в дополнительной серии. Если вы захотите, то можно разобрать будет костюмы, как бы. Нет, я же все сделал, как он сказал. Вы меня которые не у меня есть вообще. Нет, если я еще открою, то умоляю, будет отлично, мы их разберем подробненько. Иначе вы не меня и запускает. Есть такое слово «и запускать»? Да, конечно, есть. Судя, участка лап. Лап-лап-лап. Лапки. Вы где? Лапки. А, вот. Отлично. О, да! На стене найдены следы. Когтики. Когтики.
Поухаря прыгающая машина. Так. Тяжки. Что это? Нова Скорб. Может, да. Вот знал. Это портфолио. Идем наверх. Паук у нас без веревок все может. Так. Что-то там написано. Ты потерял меня, Человек-паук. Ну, это ясно. От кого это? От черной киски нашей подружки. В музей фотографии. Искусство. Да, я перевел. Реально, ты потерял меня. Я тут немножко в английском шарю, как бы. И... это все? Неужели все? То есть все, фотографии закончились? Стоп. Статистика, так. Уровень, ла-ла-ла. Статистика по заданиям, так. Исследование лаборатории Скорб 100. Охотники 100. Ищеек, помех. Стоп. Решено погоня. А, фотосессии Уитни. Да, соточка. Хорошо. Все отлично. Но давайте перед этим еще заглянем ко мне тут домой, вернее, к Питеру Парк. И посмотрим, какой же новый костюм открылся все-таки за эти лаборатории. Уличный грабеж, отбой. Потому что написали, что там не зря я просто ходил, типа, не только снаряжение дали, но и новый стильный костюмчик. Поэтому мы сейчас зайдем. И осмотрим его. Так. Гвен, например, как всегда тут стоит. О, фон будущего. Вот это отлично. Этот костюм... Не, я знаю его историю. Это... После смерти Джонни Шторма, да, ну, как бы, он умер, попросил перед смертью Человека-паука перейти в Фантастическую четверку вместо него, но Фантастическую четверку переименовали в Foundation и дали новый костюм. Он также обладает способностями перевоплощаться в другое, там, например, он может стать красно-синим трико, он может изменять цвет и все такое вообще. Это довольно-таки стильный костюм, но, как Паук сам подметил, он в этом костюме очень похож на Анси Вена. Надо подписаться. Потому что он тоже такой беленький, прям, ну, очень похож, если честно, на Анси Вена. Но тут он в игре сделан довольно-таки добротно. В других играх его почему-то нету, но есть из этой игры во второй части костюм из Биг Тайма, из первой части Паука, вот тут... Хранитель есть и оригинальный костюм Паука из этой игры, классический. И вроде все, если я не ошибаюсь. Да, вроде все. Ладно, дорогие друзья, на этом я пока закончу серию. Если получится, то я сделаю обзор на все эти костюмчики. Ну а пока... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.